Итак, всем привет! Долгожданное продолжение сборки баркаса 12 апостолов. Сейчас будем укладывать палубу. Для этого берем леечку. Примерно на глаз определяем, сколько нам нужно отрезать. Отложим пока в сторону. Вот отрезали планочку. Ее чуть-чуть обработаем марфилем. И сделаем примерку. Так вот получается. Здесь чуть-чуть по инструкции надо скруглить. Теперь будем приклеивать. И можем чуть больше размазать, да, здесь по бокам тоже будем рейки приклеивать. Берем планочку. Приклеиваем. Далее опять примерно определяем, какую нам надо резать планочку. Отложим в сторону. Сейчас нам надо отрезать две планки одинаковых размеров. Так как использую не быстро сохнущий клей, эти планки приклею самостоятельно. Далее продолжим. Так, вот приклеил первые три рейки. Далее осталась инструкция. Уже из рейки толщина 1 мм и ширина 2 мм. Надо продолжить обшивку. Рейки вот уже сформировал, подрезал. И так же самое клеим. Дальше обшивку. Наносим клей. И мы прижимаем. Так вот, приклеил остальные доски. Пока вышло так.
Имитация пробного настила есть. Далее по низу чуть-чуть обработать палубу, сошлифовать, потому что есть перепады по высоте. Далее, я думаю, следующий дубль уже будет, когда будем клеить уже банки, приклеим сюда деталь поддерживающая, куда будем ставить банки, а также на нас приклеим такую детальку, сюда подклеим сеточку, будет установлена вот так вот. Все щели зашпаклею, зашлифую. И далее, скорее всего, да не скорее всего, а планирую вообще шлюпку красить. Посмотрим, что получится. Вот, продолжим сборку. Зашлифовал палубу. Привел в более-менее належащий вид. Также вот вклеил согласно инструкции металлическую сетку. И сейчас мы эту детальку приклеим на свою часть и займемся уже непосредственно банками. Прошу прощения, садил камеру. Сохнуть. Займемся кормовой частью. Надо вот эту речку подогнать. Транец. Делаем чуть больше. И отрезаем. Подготовил две досочки. Чтобы лучше склеивать здесь. Их срезаю под небольшим углом. Теперь их приклеим. Далее, согласно инструкции, надо было срезать здесь ветви шпангоута, чтобы не выступали выше опорной доски. И дальше надо будет приклеить банки, чем сейчас займусь. Как приклею все, клеится так же, как и вот эти мы приклеили. То есть примеряется, подгоняется. Вот приклеил остальные 11 банок. У меня вот эти банки, которые шли в наборе, закончились. Они одна наполовину рассыпалась. Нашел среди старосовых это запчасти, которые шли к батисте. Это у меня остались несколько банок. Они по ширине, по толщине подходят. Только, как видите, отличаются цветом. Ну, как по мне, так даже более выигрышнее смотрится. А теперь нам надо приклеить такие вот две детальки. Одна будет здесь, другая, соответственно, здесь. Я их уже подогнал, вырезал. Осталось приклеить.
Гальки приклеены. У меня здесь есть небольшие щели. Я это зашпатлюю. Здесь на носовой части зашпатлюю. Все аккуратно шлифую. Как с днищем поступаю. Днище буду покрасить. Может, верхнюю часть тоже. Далее, согласно инструкции, надо будет приклеить сам киль. Он состоит из двух частей. Меряем. По инструкции их надо склеить между собой. Но я, наверное, вначале приклею основную часть. И дальше уже к носовой части я подгоню. Здесь просто надо будет срезать. Наносим сразу клей на киль. Минут через 10-15 продолжим. Приклеил киль. Основная часть. Тут все-таки решил подклеить суперклеем, чтобы быстрее схватился, потому что долго держать не хотелось. И также вот здесь вырезал канавку, чтобы можно было вклеить носовую часть киля. Вот так у нас получается. Образуется, правда, щель. Но эту щель уберу шпатлевкой. Наносим клей. Здесь, думаю, можно будет обойтись без суперклея. Потому что деталь просто приложить, никаких изгибов, ничего нету. Смотрим, чтобы было ровно. Можно, например, выравнивать провод. Видна часть у нас здесь киль. Внутренняя, так сказать, часть киля. И получился вот такой вот баркасик. Далее все это зашлифую. Зашпатлевание тоже, скорее всего, будет в следующей серии. И посмотрим разницу, что было, конечно, что сейчас есть и что получится. Всем спасибо за просмотр данного видео. Следующее видео постараюсь снять в ближайшее время, чтобы не было задержки, как с вот этим видео. Пишите свои комментарии. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.